Здравствуйте, конничева. Меня зовут Ирина Кошелева, я солистка Михайловского театра, в котором я сейчас нахожусь. С нетерпением жду поездки в Японию, была здесь много-много раз. И, конечно, очень хочется возвращаться вновь и вновь, а тем более танцевать на вашей сцене. Буду бесконечно рада встрече со зрителями, с японской культурой, все, что связано с Японией, даже с жарой. Поэтому будем держать кулачки, чтобы все получилось, и мы приехали, и мы все встретились. А пока я представляю солиста нашего театра Михайловского, Павла Савина, который совсем недавно присоединился к нашей труппе, но зарекомендовал уже себя как подающий надежды, очень хороший партнер и танцовщик. Всем пока!